Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Opel Astra 1.4 Turbo на автомате 2014 года выпуска. На этом автомобиле мы сегодня заменим масло в двигателе. Зальем масло фирмы Liquimoly 5W30 TopTech 4600. Фильтра поставим фирмы MAN. Для этого поднимаем автомобиль, сливаем масло и меняем. Поднял автомобиль, снял защиту, ослабил пробочку. Здесь Т40 Торкс. Выкручиваем ее. И сливаем масло. Масло слилось, закручиваем на место пробочку. На пробочке здесь написано 14 ньютона-метров. Мы ее по фэншую и закрутим. Поставил 14 ньютона-метров. Все, этого достаточно. Пробка была затянута очень сильно. Смываем пятна масла очистителем карбюратора. Все, опускаем автомобиль и меняем фильтра. Колпак масляного фильтра у нас находится справа под патрубками. Головка на 24. Откручиваем крышку. Откручиваем до конца колпак. Постелил там тряпочку. Снимаем его вместе с фильтром. Здесь на колпаке меняем резиночку, она в комплекте с фильтром идет. Фильтр, как я и говорил, фирмы MAN HU612/2X. Вот такой вот фильтрующий элемент и уплотнительное кольцо. Кольцо резиновое поменял, берем фильтр, вставляем его пластиковым фиксатором в крышку и устанавливаем на место. Закручиваем. Чуть-чуть подтянули. И 24 ньютона метра поджимаем ее. Все, меняем воздушный фильтр. Воздушный фильтр у нас находится с правой стороны двигателя. Откручиваем крестовой отверткой все саморезы крепежные на крышке. Их у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 штук. Снимем разъем, чтобы проводку не натягивать.
Здесь желтый фиксатор отодвигается назад, нажимается фиксатор, снимается. Здесь проводка на клипсе поднимается вверх. Саморезы открутил. Поднимаем крышку и вытаскиваем фильтр. Ну, в принципе, он не смертельно забитый. Берем новый фильтр C27107 фирмы MAN. Также поднимаем крышку и устанавливаем его на место. Поправляем, чтобы у нас сел ровно, и закрываем крышкой. Закручиваем все саморезы на место. Лучше это сделать по диагонали. Затягиваем. Ставим на место проводку и защелкиваем разъем. Фиксируем фиксатор. Идем, меняем салонный фильтр. Перед тем, как поменять салонный фильтр, зальем масло в двигатель. Масло мы будем в Ликвимоле использовать. 5W30 ТОП-ТЕК 4600. По допуску он идет как DEXAS-2, и он же идет по классификации 229-52. Заливаем. Масло залил, пока пробочку закроем. Масло у нас получается вот по верхнюю вот эту полосочку. Сейчас заводим, а потом выставляем уровень в чистую. Масло стекло, долил, еще где-то грамм 100-150 долил. Вот она получается, верхняя метка по максимуму. Все. Идем салон и меняем. Снимаем резиновый уплотнитель, вот этот сбоку. Вбок сдергиваем боковую накладку. Убираем ее в сторону, чтобы она нам не мешала. Открываем бардачок, и здесь получается держит 4 самореза головка на 7, 2 сверху и 2 снизу по бокам. Бардачок снимается целиком, ложим аккуратно, и вот она крышка. А направление стрелка стоит вниз. Цепляем фильтр. И вытаскиваем его. Берем новый фильтр фирмы MAN, номер его CU2442, это взял не угольный, надо было угольный, у угольного CUK2442, следующую замену заменим на угольный.
заводим фильтр и закрываем крышку. С двух сторон два фиксатора. Ставим на место бардачок. И прикручиваем его. Защелкиваем накладку. Закрываем бардачок и одеваем на место резинку. Все, салонный фильтр мы заменили. На этом все. Масло в двигатель, масляный фильтр, воздушный и салонный мы поменяли. Всего вам доброго.